В республике реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В его рамках по всей стране создаются центры «Мой бизнес». Как работает подобная структура в Чувашии, в нашем сюжете. Центр «Мой бизнес» объединяет все институты развития предпринимательства. У каждого своя миссия и ответственность, но задача общая – развивать и поддерживать реальный сектор экономики. Множество инструментов позволяют помочь в организации своего дела, поиске необходимых финансовых средств, расширении уже работающего производства и многом другом. На этой площадке у нас представлены такие как предприятия, как гарантийный фонд, который на сегодня выдал порядка более 600 миллионов гарантий, что позволило предпринимателям получить более 1,5 миллиарда рублей кредитных средств. Республиканский бизнес-инкубатор, который взращивает, помогает предпринимателю возвести свою идею до предмета продукта, который он в состоянии продать. Есть помощь в виде поддержки малого среднего предпринимательства АПМБ, который кредитует и дает микрокредиты, центр экспортной поддержки. Это когда предприниматель с готовым продуктом готов выйти на мировой уровень, на мировые площадки. Одним из тех, кто активно пользуется услугами центра «Мой бизнес», является общество с ограниченной ответственностью «Элкон». Это предприятие уже давно известно на рынке лакокрасочных материалов. Здесь занимаются не только производством. Серьезные научные исследования, разработка и использование современных химических процессов позволяет «Элкону» держать марку качества. Краски и лаки характеризуются особой прочностью и долговечностью. Компания – постоянный участник международных и российских выставок. Все это требует немалых средств. Осуществить все это без помощи государства было бы сложнее. Мы, значит, на некоторых выставках участвуем совместно с ЦЭП от республики. Поэтому, естественно, если участвовать самим, как Мосбилд, она очень дорогая выставка. Она где-то стоит 1,3 миллиона, 1,2 миллиона получается. А если 50 мы и 50 ЦЭП уже получается спонсирует, уже не так накладно становится. Те оборотные средства, которые мы вкладываем в производство, они уходят из оборота, получается. Когда у нас идет вот спонсирование со стороны ЦЭП, это большая помощь получается. Центр экспортной поддержки оказал содействие «Элкону» в размещении на электронных торговых площадках, модернизации сайта в сети интернет, проведении детального маркетингового исследования рынка антикоррозионных материалов. Помимо центра экспортной поддержки, предприятию помогло и агентство по поддержке малого и среднего бизнеса займом в размере 3 миллиона рублей на пополнение оборотных средств для производства под 2,12% годовых. Минимальную из возможных ставку предприятие получило благодаря новочебоксарской прописке и тому, что является экспортером. При помощи всего этого, даже в нынешнее непростое время, «Элкон» нарастил объемы производства. Объем продаж здесь вырос на 25-30%. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.